Я вижу Розару, я вижу Удачу, я вижу Родриго. Выбрать есть из чего. Елена, здравствуйте. Добрый день. Елена, я смотрю, у вас картофеля много в магазине. Да, мы получили большой ассортимент картофеля, и нам присылает Чувашская селекционная станция. И могу вам предложить такой, как Розара. Так, я уже обратил внимание, что здесь написано 65-75. Это что такое? Да, это ранние сроки созревания. Потом есть Удача. Средние ранние сроки созревания. 70-75 дней. Это белый картофель. Есть Коломба. Коломба. Ранние сроки созревания. Вот так, да. Да, пожалуйста. Отлично. Ранние сроки созревания. Есть Ред Скарлетт, розовый картофель. Тоже средние ранние сроки созревания. Так, и... Сеточка расфасована по 2 килограмма. Учитывая, что у Родриго написано период созревания 80 дней, это совсем это не ранний. Это средний спелый сорт по срокам, но супер ранний по срокам созревания. Это у нас бонус. Причем бонус супер разобрали быстро, потому конечно, что такой, понимаете, да, 55 бонус. 55 дней сроки созревания у на бонуса. На огороде это подарок. Но учитывая, что картофель приобрели мы в магазине на Невской 12В, а что с ним дальше делать? Картофелю мы должны приобрести такие препаратики, как есть. У нас райзер для развития корневой системы. Ну и можно дополнительно к нему остальную линеечку. Можно обрабатывать клубни. Вот такие. Табу есть. Престиж, Командор. Эти препараты уже идут от вредителей и от болезней. Обработка клубней картофеля. Но, я так понимаю, эта полка специально для тех, кто сейчас закупил картофель. А вот это уже те, кто вырастил картофель. Это правильно. Это уже по листу идет обработочка от вредителей. Да. Это здесь у нас, видите, плюс... Подарок. На коробке есть приятное слово. Подарок. Елена, что за подарок? Да. Внутри находится для каждого покупателя подарочек. Всегда приятно, когда есть подарок. Да. Но это их потом приятно удивит, когда они приобретут этот препарат. Елена, ну все, мы сделали такую обзорную экскурсию в Невском пассаже. И вам приглашать... Приглашаю всех желающих приобрести картофель. К нему уже препаратики. Приходите, будем ждать. Отлично. И смотрите, вот опять-таки есть из чего выбрать. Ну и, конечно же, да, успейте забрать бонус в магазине на Невской 12В. Да, к нему уже будет еще бонус.